В наше время 5, 15 или даже 20-этажным зданием никого не удивишь. Но еще чуть более 100 лет назад это было огромной редкостью. Когда же в Барнауле появился первый небоскреб и как он выглядит сейчас? Меня зовут Казанцева Анна, и это программа «Пешком по Барнаулу». Давайте разберемся. Мы находимся на улице Гоголя, которая еще 200 лет назад была известна как Кузнецкая. Ведь именно сюда переселялись жители города Кузнецка. Пережив пожар 1917 года, она сохранила много дореволюционных построек, среди которых магазин «Красный», принадлежавший купцу Полякову, дворец бракосочетаний, который был известен как трактир, а позже ресторан «Метрополь». Но сегодня мы поговорим с вами о первом небоскребе. Его построили в 1915 году, о чем свидетельствует флажок, некогда бывший на одной из башенок дома. Те, кто был в Петербурге, узнают в этом доме множественные постройки Васильевского острова. Историки считают, что именно там купцы Николай Аверин и Дормидон Толейников купили готовый проект, с которым мы приехали на Алтай. Здесь было все, от модной мраморной лестницы до собственной канализации, прачечной, электричества и даже водопровода с холодной водой. С того момента мало что изменилось. Прачечную заменили стиральные машины, а с холодной водой борются водонагреватели. Интересный факт. Если смотреть на фасад со стороны улицы Гоголя, то можно увидеть лишь 4 этажа, но со двора мы увидим уже 5. Изначально цель купцов была не построить самое высокое здание в городе, а создать доходный дом со столичными условиями. Что такое вообще доходный дом, спросите вы меня? Это дом, в котором помещения сдаются в аренду. Если мы присмотримся внимательно к фасаду здания, то увидим, что от нижнего к верхним этажам высота потолков уменьшается. Значит, квартиру на верхнем этаже мог позволить себе небогатый мещанин. А первый этаж, по одной из версий, занимала компания «Зингер», а по другой – представительство торгового дома Аверина и Олейникова. Еще один интересный факт. Считается, что здесь обитают привидения девиц, которые некоторые жители видели в своих квартирах. Кто были эти девицы и почему их дух расхаживает здесь? По одной из городских баек, до революции часть помещений занимал публичный дом, который был чуть ли не официально одобренным. Но вскоре двух работниц здесь жестоко убили, а их кровью на древнеарамейском написали проклятие. Именно поэтому их дух не может успокоиться и ходит, пугая жильцов. Что же сейчас находится в этом доме? А сейчас это обычный дом с необычными квартирами. Например, в одной есть действующий камин, который восстановили в прошлом столетии и который затапливают, особенно когда в доме становится сыро. А другая квартира так вообще двухэтажная. Один умелец в середине 90-х годов прошлого столетия приобрел две квартиры друг над другом и объединил их лестницей. Именно поэтому высота потолков здесь варьируется от 1,5 до 5 метров. Вот такие неожиданные и интересные факты скрывает первый барнаульский небоскреб. С вами была экскурсовод Казанцева Анна и программа «Пешком по Барнаулу». До новых познавательных встреч!